Всем приветик. Сегодня у нас небольшой поход наметился. Снеголыжный, снегоходолыжный. Хотели прям на дальняк ехать, но немножко морозы ударили, и мы что-то решили по сокращенному кругу 33 километра идти, ехать. Вот собираемся. Так, я с собой санки беру, ребята. Ну и я тоже сюда барахло свое сложим. Напереодев, чтобы у костра посидеть. Ну и снегоход. Веревку завязал, чтобы, если что, цепляться в подъем и вытаскиваться. Сегодня холодно, скольжение. Скольжение будет плохое. Ну вот так. Так, Юран пришел. Складывает вещички свои. Надеюсь, я не замерзну. Ага. Замерзну я, не замерзну вот это. Там кофта с флисовой и компрессия. Собрались лыжники. С собой взял кофточку? Да, а сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6. На 6 человек. 6 человек. Нифига, даже у Ярика такие теплые. Нормально. Можно по наледи ходить, да? Но. Так, что у кого положить надо? А у меня все туда ушло. Сейчас, может, Костя придет, тут полный уже. А. Да. Приветик. Блин, привет. Все, печатки не забыл, блин, здесь. У меня варежки есть, если что. Двое варежек даже. Так, что это? Я запасы. У Димы все уже, предел. Да это мой. А? Я просто там комбез все взял в это вместе. Помнишь, как заводить-то? Кофр, прикрой! Кофр! Или? Да. Если что, мазь я взял. Погнали. Или давай вперед. А он потом в рюкзаке поедет. Не, ничего ему не будет. Ох, ну и погодка сегодня. Вообще огонь. Офигенная погода сегодня, 11 февраля, легкий мороз, 15 градусов. Ехать, правда, тяжеловато сегодня, я напоропенился, но все равно лыжи стоят. Мы с Димой приготовили зацепки, ленивые стали все. В горы будем выезжать за снегоходом. О,
нормально, ветерок подул. Нормально. Поддувает. Лицо нормально задувает. О, весной этот спуск тяжело проходится, очень-очень скользкий, очень опасно, а сейчас нормально едется. Сейчас главное вписаться в снегоход. О, парни уже там. Они шустрые. Я, наверное, пешком поднимусь. Узковато. Чё? Технички? А? А сейчас под гору будет? А я думаю, от речки можно будет подняться. Да. Я в конце уже как будто по готовой лыжне иду. Вообще. Костя, а ты недавно эти лыжи взял? Недавно. Ага. Я вроде смотрю, новые. Ага. Это что, СТК? А, Брадос, но это нормальная лыжа. Да. Да? Вполне годная.
Ага. Вот эти брадосы, они, по-моему, это такого достаточно хорошего уровня СТК делают. Тис сейчас все равно нормальных нету. Не. Рейсинг кап-то? Они классные, да. Просто они сейчас универсальные есть. А раньше были отдельно классические, отдельно коньковые. А универсальные — это ни рыба, ни мясо получается. Нафиг они нужны. Но. Так, опасненький спуск. О! Попробуем. Ага. Ух. Сейчас самая крутая часть. Осторожно. Я тут как-то по весне спускался. Это была жесть. Так. Ой, Юра, осторожно. Так, сейчас здесь надо отмаживаться, блядь! Где там Юра? О! О, Костя жжет. Блин. Димон, снимай горизонтально, потом в общий фильм ставим. Фу! На спуске появляется Михаил. Миша, прямо едь, там нормально. Прямо едь, тормози прямо просто. Снимай горизонтально, потом в общий фильм ставим. Появляется Юран. О! Нормально. Теперь Ксюша. Туда. Появляется Маша. Я хочу попробовать. Нет. Давай, конец.
Конечно, я же умный. Давай! Ну вот, ты готов? Да. Стартуем. Классно! Юран, цепляйся! Халява! Костя, поднажми, поднажми, каши мало ел. Миша, поднажми, поднажми. Маша? Да. А, ну ладно, все нормально. Я что, нормально? Я думаю, ага. Где придется тащить, тех гора-то длинная. Так. О, не эти, лучше, вот стропа лучше. Это руку. Руку режет, да. Это да. Тут надо свои хваталки какие-то мягкие придумывать. Давайте, давайте, ребята, что-то вы расслабились. Мы уже давно здесь. Устали ждать. Но. Тут снега-то вообще нет. Где? Кто, блин, сдувает? О, елочка. Опасно. Вот это красота. Да, эти ветки вообще неприятные. Все, проезжай, я пойду с ним.
Так, Юран, не матерись, чтобы меня потом не запикивать. О. Ну, нормально. Но из-под выхлопа все время это образуется. Ма, я что-то подзабыл, что снегоход это оставляю. Нежданчик. Угу. В одну только залетел? В одну, вроде. Вторая вроде нормально. Не, ну в целом, конечно, сегодня кайфово на лыжах. Конечно, катит так, но зато достаточно так стабильно. Видимо, я напарафинился, мне это вообще здорово помогает. И лыжи, блин, Юран, бэушные за 1000 купил, карху едут, вообще просто огонь. Ох ты ж мать. Там какие-то собаки лают. Где? Или это наши? Не, это наш. До спуска до сих пор. Ребята все уже спустились. Да, мощно, мощно. Надо как его более такой. Да как вот его сделаешь? Тут бурелом кругом. Да. Это более плавно. Но. Но. Не, что, на лыжах они что ли? Тут опасно съезжать. Что, лыжа? Я цепляюсь, что ли? Давай мы тебя постым. Костя, мы ссать хотим, давай. Мы тогда галку с реки выдергивали с Илюхой так же. А, так это Миша, а не Костя. А у тебя что, автомобильский сурный? Ну, а там вот тебя сбивает, что ты должен тебя гонять. Мотыли, пошли. О! Вот это крутяк. Вот это крутяк. Давай, сейчас поеду. Давай. Нифига себе. Мне тоже вот это место понравилось. Да ну, давай, я что-то. Ты мне сзади не упал, сальто. Была собачка, у тебя башмак спал. Ага. Такие сугробы большие. Да, тут вообще мощно. Фу, хорошо. Да, это было круто. Фу, блин, как здорово. Я тебе чашечку выдержу. Коленную причем. Ты сальто-то крутанул? Сальто крутанул, я не видел. Я вон за яму. Доехали до Колупайхи. Вот здесь была деревня. Тандемный спуск. Бедная собака, что на себе?
Он там стоит, короче, не знает, что делать. Все уехали. Я вот с собой зову. Там дурацкий этот такой наклонный спуск, но. А, Юран, ты на видео попал. Ладно, утопчем тут. Маша, аккуратно. Аккуратно, здесь мягко, надо... А? Возьми мои. Я думаю, на... Сейчас в лес заедем? В лес заедем и там. На, чтоб ветра не был. Ксюша, ты тоже, наверное, тоже помочь нам будет. Но, я тогда подожду. Не-не, все нормально. Вы сейчас слезьте, я там спущусь. Там немножко хитрый спуск. Хорошо. И это... Хорошо. Тормоз держу. А, тунгус намного сильнее это мотает. Да? Угу. Ну, началось. Так, спасательная операция. Все, еду. Нет, нет, спокойно назад. Сейчас я накатаю дорогу. Сейчас я тут встану на этот курс. А лыжи, слушай, мои захвати тогда, чтобы там сразу... Начались сугробы. Дорогу нашу забросили. Никто не ездил по ней, кроме нас. С какого там января? 15 января никто не ездил, почти месяц. 30 сантиметров снега навалило. Ладно, хоть снегоходы едут. Мы-то пройдем тихонько. Где-то там под снегом чувствуется старый твердый снег. Да, мощно, мощно. Все завалило нафиг. Я думал, вы в круговую ездили. Так мы в круговую ездили. Я говорю, у нас месяц не было. Почти.
Ой. Мы там начали бы перечислить рыбу, да? Хорошо. Машины, да? Шитбаум. Ну что, скоро полегче станет. Но? Че, не выезжает сам-то? Ярослав, на выход. Так, а где петля-то? А, ну ладно, пусть так будет. Так, что, лыжи возьмешь? Обтаптывай сугроб. Перед снегоходом топтай. Прям под снегоход. Не-не-не, прям под корпус туда. О, ты как настоящая это. Все, поехали. Нет, там ветка какая-то. Нет, там нормально все. Она такая фигня. Хотя, ну, так. Давай, раз, два, три. Еще газу, газу. Давай. Есть. Отлично. Все. Ой. Да. А, ну, в наличии нет, надо делать. Что, порвались? Обычно практически все уже. Ага. Я думаю, как по пути не отпал он. Конец. Но у меня вот на одних палках, хотя нет. Вот эти вот очень долго живут. Я на них не знаю, сколько уже бегаю. Ну да. Тихо-тихо, Юран, я опять тебя запикивать буду. Вообще нормально, гуськом едем. Все, на пятом человеке лыжня протоптана. Миша агрессивную технику использует. Фу. Хорошо, что я пятым иду. Так, подождите, мы что-то разбежались? Чё? А снегоход сзади еще? А? Надо дождаться, а то они там встрянут. Вроде они шелестят там. Ага. Че, BRP на 180 сил брать, чтобы он нас тащил по такому снегу? О! Вот это красота!
Это просто, просто невероятно. Красиво. Да блин, просто надо было здесь нам почаще ездить. Черт. Да. Димон еще говорил, давай круг проедем. Я говорю, да что, давай потренируемся, обратно в горку выйдем. Сейчас прямая, и там уже выход на дорогу. Мощно. А что ты там, переход не взял, нет? Ну, мы дождались. Так, а где Юран еще сзади? Так, снегоход снова завален. Идем выручать. А мы-то думали, нас снегоход потащит. Блин. Ой-ой-ой. Но тут я везде. Здесь ехать, в это время влево даю. А тут тоже яма, колея, так что это. Ты выйдешь? Просто одна сначала. Все хорошо? Все хорошо. Там застряли только. Ксюша? Ну, там не могу. До какого? Где пирожок? Где-то там пенек, да. Я на нем сидел тогда осенью. Не, вот тут пенек где-то. Вот сейчас будет лог, потом, по-моему, подъем, и тут вот дорога объединяется. С невидимкой? С невидимкой, да. Но это в январе тут вообще ничего не было накатано. Вот это прокатано было и на Рюмина уходило. А туда в невидимку никто не ездил. Еще вчера с Бортяником посидели перед баней. Отогрелся? Кто? Отогрелся, да, телефон? Да. А что, замерзал? Ты в эвакуации принимал это участие в январе. Дурачок он, я ему говорю, ты не езди, говорю, зачем поехал? Он говорит, поехали со мной. Ага. Ух, Маша там в целину прорывается, вон что. Пыль стоит только в разные стороны. Да, я могу идти. Все, вроде скоро уже должны выйти. Да, там снег должен быть. Подожди! Но! Да чё, ты услышишь? Назад идите, вот здесь вот туда заход в лес, и мы там вот, у нас костер был. Тут дрова лежат. Чё тогда? Санки можно отцепить и просто снегоходом сдать назад, брать.
вот. Вот иди вот туда вот и вот туда. Прямо в лыжи. Пусть в сапогах первый идет. Так, отлично. Да, это Андрюха тут замутил все. Сували за пазуху. Ну, елочка бедная все-таки. Ну, походу, уже сухая. Или что он туда? Там уже плугом она сидит, только в последний момент остановилась. Не, это эти... Рябчики или что там? Что-то я не знаю, да. Куропатки, куропатки. Так. Прожарка началась. Прожарка. А, ты чай там достал? Да. Шоу прожарка. Сосисок. И хот-догов. Да. Юра, как тебе хот-дог? Хот-дог от нас вообще хороший. Отлично. Маша, спасибо. Спасибо, Маша. Нормально, мы сейчас тут на веревке. Филя, привет. Дари мне, можно, да, я думал. Маленький. Ну, 20. Сейчас покреемся 20 минут. Я не знаю, а что там что-то. Что физичка? Были там пермяк, собственник. Пермяк. Ладно, потихоньку закругляемся. А что ты? Пообедали. На сосалке? Да. Вот, да, будет. Спасибо. Так. Сядь на снегоход к маме. Ярик. Так, вроде все забрали. Ладно. Так, кто бросил эти? А где лыжи? А, вон они. Вообще нормально. Ага. Так, эксперимент с зацеплением. Номер 2. А, нет, Миша, давай с тобой поменяемся. Я хочу последним ехать, чтобы вас поснимать. Так. Ху-ху. Халява! Халява, приди! Зацепились за какой-то снегоход. Решили доехать на попутке до дома. Тунгус тянет. Оп! Ага. Надо догнать ту первую компанию. Халявщики! Халявщики! Лыжники-халявщики! Страву надо запускать! Это новый вид спорта!
на расслабоне. Вон гора. Любуемся красотами природы. Лыжники, халявщики. Сколько проехали-то? Километров 5? Собака. 3-4 точно, мне кажется. Сколько всего-то? Ну, 4 проехали. От стоянки? На снегоходе. Что, свои ходы вообще? Да, конечно. Час за 20 минут пробежали. Ну. Лыжники-халявщики. Но. Юран, цепляйся за куртку. Да, мягко стало совсем. Давай, цепляйся, сейчас снова. Я бы переход отпустил. Но. Нет, я его выключил. У, как все занесло-то. Как все занесло. Нет. Можно и по лыжне спуститься. Не, наверное, там лыжники есть. Ну, может быть. Ну, поедем-то там, по этой спустимся. О, еще лыжнички пришли. Да блин, опять уже передумали. Вы такие непостоянные вообще. Вообще такие ветреные они. Давай чай попьем. Ну давайте. Время так-то много. Пиваю чай, а эти уже стоят готовые лыжнички. С веревочкой стоят уже. Лыжи готовы, сани запряженные. А понадели-то на себя красивых шмоток, очков. Лыжи Фишер там какие-нибудь. Фишера, блядь. Ролики, ролики. Вот ю. На дровах вон надо ездить. Они да. Лайки в страве собирают, да? Лайки в страве вот такие товарищи собирают, если что. Это я собираю. Запомните их. Я сделайте рекорд этой трассы, побью. Скриншот сделайте. Их разыскивает полиция. Их разыскивает полиция Стравы. Потом Google на нас суд подаст, скажет, вы что там творите? Там же ездил какой-то придурок на Страве, на машине. Баба какая-то. Лысе? Да, я сказал... отсюда. Блин, Юран, тебя опять запикивать надо будет. Может подлиннее сделать? Нормально? Нормально? Ну, главное не тормозить. Но. Давай, Миша. Че, я за последнюю? Или ты за последнюю? Давай, я за последнюю. Буду снимать. Ой! А где они? Они его, давай. Я забыл про них. Газ в пол, собака выпала. Собака в пол. О, блин, нормально. Так там отпуститься надо будет. Вчера кто-то ездил. Вчера, но... Жесть! Ты скорости набиваешь, блядь! Она подумала, что мы кричим, давай быстрее, наверное! Она подумала, сейчас я перед костям отпечатаю! Едем, едем! Поехали! Сколько ты платишь? Здравствуйте! Все отстегнулись! О! Блин, так круто! Да они там перед поляной отстегнулись, а я до последнего с тобой.
Так, потихоньку прибывают. А, бывает. Надо снимать камеру. Что там было? Занесло в бок, так без вызова. Березу обнял. Короче, наснимали сегодня видео. Всем пока. Снегоходного лыжебежечного. Ну все, давайте, парни. Снегоходного трэша. Давайте. Пока.